В Азербайджане продолжается охота на коррупционеров. В рамках расследования, проводимого сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, арестован бывший руководитель аппарата исполнительной власти города Баку Расим Гулиев. Гулиеву предъявлено обвинение по статье 314-2.3 «Незаконная выдача разрешения на строительство» и 308.2 «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия Уголовного кодекса». Расим Гулиев занимал должность главы аппарата в период с 2010 по 2018 годы. Отметим, что Расим Гулиев приходится братом главному редактору проправительственной газеты САС Бахрузу Гулиеву.